Привет-привет. А сегодня мы делаем гранолу. И гранола — это суп из топора. Можно делать, что хотим. Или не делать, что хотим. Здесь у меня куча вещей, которые вы можете увидеть. Они все подходят для гранолы. Основным является, конечно, овсянка. Сначала нам надо положить кашу, и мы собираемся ее мерить. Я положу 6 чашек каши. Ну, клади ты. Давай, сыпь. Как это дадек? Это еще не 6. Вот 6. Типа того. Это мама. Да. Сколько? Тут написано сколько. Тебе не видно? Окей. Тут за 1-1. Вот здесь 6 написано. Видишь, 6. Вот. Вет. 6. Да. Вет. Да. Значит, мы уже включили духовку. Мы ее включили. 8 мы не будем сейчас делать. Мы ее включили примерно на 150 градусов Цельсия. Старайтесь не держать температуру выше, потому что все сгорит. Я кладу сюда 6 чашек, потому что, во-первых, нас много, а во-вторых, потому что это противень достаточно большой, вы видите. Поэтому здесь каша может лежать и достаточно свободно. Это один кубик того. Теперь у нас есть фрукты. Это изюм. Это какая-то смесь ягод. Мы их сейчас класть не будем. Мы их положим попозже, когда мы в основном все прогреем, потому что фрукты, они очень сладкие, они быстрее начинают гореть. А вот. Ну, мы можем положить разного рода семечки и семена сюда. Да, Мия, я буду как, а не будет колоритуа. Да, я буду говорить, а ты будешь класть. Вот. Это хорошая мысль, чтобы... Не можешь открыть, потому что там острая штука, да, чтобы открыть эту самую штуку. Вот, я собираюсь положить сюда подсолнечные семечки сырые. Там нет! Вот. Они как раз прогреются и станут не такими сырыми, пока мы их будем туда класть. Я буду класть эту белую. Давай, клади. Не можешь открыть? Да. На, это я открыла уже. Ну, я думаю, можно положить так, чтобы оно было... Сколько надо таки? Сколько чашки, ты знаешь? Я даже не знаю. Просто надо... Теперь я буду класть. Теперь ты клади, давай. Я клал. Не будет даже когда я это. Окей. Ну вот мы просто все смешиваем вот так. Так, ты, пожалуйста, теперь залезь сюда. Вот так. Вот попробуй сюда. Прямо на стол. И вот так хорошо мешай. Окей. Вот так. Просто чтобы все семечки были хорошо перемешаны. Это как деда, окей? Да. Как я буду блоки не мешаю так. Я буду блоки не мешаю так, то-то. Деда, да, пицца. Это помолотый арахис, помолотый. И сейчас мы еще положим немножечко более крупного арахиса, просто для украшения. На самом деле, конечно, крупные вещи сюда не очень подходят. Вот здесь вот можно через дырку. Надо! Потому что их не очень удобно жевать, на самом деле. Вот. Мы сюда стараемся положить мелкие вещи. То есть можно арахис положить было бы помолотый через миксер, но просто более крупными кусками.
после того, как дети с удовольствием размешали все это, мы сюда положим примерно чашку масла. Я буду вергать! Кока-таки! Кока! А в целом я кладу сюда растительное масло, но вы можете положить сюда расплавленное обычное масло. Мама, тут одно мата! Одна чашка, да? Да, да! Вот. Теперь мы сюда положим... Вот у меня есть уже знакомая вам маласа. Я буду гадать. Сейчас, малыш, я буду открою. Буду гадать, будет помогать. Да, я открыла. Просто вот так вот переверни. Переверни и пускай все выльется. Все? Да, все. Вот, и это сироп. Просто вот так переверни и пускай оно стоит. Оно все выльется. А вот. Теперь мы можем взять ложку, потому что в этом мы уже руками, может быть, не хотим ей лазить и мешать. Мы стараемся сделать так, чтобы все было более-менее равномерно смешано. Какая-то часть овсянки все равно останется несколько сухой, но это не страшно. Главное, чтобы это была не слишком большая часть овсянки. Пожалуйста, старайся держать это здесь на середине, чтобы это не попадало ни мне на руку, ни тебе на штаны. Довольно неплохо все смоченное. Все, мама. Помешаю. Все. Там больше нету, считаешь? Вот, то есть у нас все достаточно смоченное. Считаю, да. Молодец. Значит, мы хорошо все сделали. Можно вот эту банку помыть. А теперь то? Теперь что? Теперь мы можем немножечко, стараясь не перестараться, накидать специи, так как мы добавили сюда черные патоки, мы можем еще поиграться. Это чуть-чуть имбирь. Он очень. Ну, это имбирь, ты же знаешь, какой он. Он очень. Да, его чуть-чуть надо добавлять. Ты можешь добавить чуть-чуть имбиря? Только... Вот так вот. Ну, хорошо. А я не буду воду. Оно не будет острое, оно чуть-чуть будет с имбирным запахом. Как имбирное печенье. Ты делаешь имбирное печенье? Нет. А это и есть... Gingerbread. Ginger snaps. Вы делали мне ginger cookie? Да. А теперь вот. Это куки. Вот, мы чуть-чуть можем добавить сюда. Я. Давай, это корица. Это корица? Да. Нет, это корица, она не острая. И это... Какая она? Мускатный орех. Какая она? Просто корица какая, понюхай. И ты сам знаешь, какая она. Папа? Ну, она ее кладут в сладкую еду, чтобы еда была. Вот. Еще иногда советуют добавить соли, но я это уже сделаю без вас. Хватит, наверное, Миша. А вот. Значит, теперь мы все это перемешали. Это похоже когда-то. Да? Да, я мы тут. Мы это перемешали. Тут. Ты будешь перемешивать? Ну, давай перемешивай. Я буду перемешивать цвета. Да. Ну, да, а теперь давай разгладим вот так вот. Разгладим, чтобы дна не было видно. Давай сделаем так, чтобы не было видно дна. Вот. И теперь мы это положим на, наверное, полчаса в духовку, как я уже сказала, на 150 градусов. К тому же, пока мы тут все смешивали, духовка уже согрелась. И я через некоторое время сделаю вам новое видео. Что у нас получилось в конце концов? Всего доброго. Встретимся в следующем видео.